Краснодарском крае с 1 января 2017 года величина прожиточного минимума пенсионера составит 8 478 рублей. В случае, если совокупный материальный доход неработающего пенсионера не достигнет 8 478 рублей, в 2016 году 8 418 рублей, то с 1 января 2017 года ему будет осуществляться федеральная социальная доплата к пенсии до этой величины. Под совокупным материальным доходом пенсионера понимаются следующие денежные выплаты: пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая набор социальных услуг, иные региональные меры социальной поддержки, установленные в денежном выражении, а также денежные эквиваленты предоставляемых мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг. Размер федеральной социальной доплаты индивидуален для каждого неработающего получателя пенсии в зависимости от того, какой именно суммы не хватает до прожиточного минимума. На Кубани федеральную социальную доплату к пенсии получают свыше 243 тысяч неработающих пенсионеров.